На ужин я хочу приготовить что-то легкое и нежное, как эклеры моих гостей. Думаю, с этой ролью креветки справятся лучше всех. Естественно, морепродукты дружат с орегано и лимоном. А дополнением к этому прекрасному классическому трио я возьму шпинат. Для начала я почищу креветки. Я заранее их разморозила и хорошо промыла. Креветки лучше чистить следующим образом. Разрезать панцирь удобными ножницами, очистить от него мясо. Во время того, как мы будем разрезать, мы заденем ту часть, где у креветки находятся всякие непонятные органы. И нам будет очень просто их потом оттуда вымыть. Кроме того, разрезая панцирь ножницами, вы не пораните руки. Теперь креветки нужно промыть, чтобы избавиться от всяких ненужных нам вещей. И пока отставляем креветки в сторону. Теперь мне понадобится пара зубчиков чеснока и одна луковица. Очищаем лук и чеснок от шелухи и нарезаем мелким кубиком. Готовить будем не в кастрюльке, а в сковородке. И не на привычном оливковом или подсолнечном масле, а на сливочном. Небольшой кусочек, 10-15 грамм, растопим на сковородке и обжарим в нем лук и чеснок. Обжариваем до прозрачности лука где-то 3-4 минуты. Теперь добавляем орегано и красный перец хлопьями. Хорошо все перемешаем и оставляем еще на 2-3 минуты. А пока порежем помидор. Нарезаем кубиками и отправляем на сковородку. Протушиваем еще пару минут. Теперь добавляем креветки. Выдавливаю сок одного лимона. Еще раз все перемешиваем. Оставляем тушиться, пока порежем шпинат. Не мелко. Буквально делаем пару разрезов. Этого достаточно. Шпинат выкладываем сверху креветок, не перемешивая. Накрываем крышкой и оставляем тушиться еще на 3-4 минуты. И вот в конце теперь нужно посолить. Можно подавать на стол. В тарелку выкладываю готовое блюдо, и останется его украсить. Думаю, традиционно можно украсить морепродукты несколькими дольками лимона. Какой-нибудь зеленью, которая завалялась у вас в холодильнике. Базилик отлично справился с этой задачей.
Чтобы приготовить пряные креветки с овощами, мне понадобится: креветки 600 граммов, лук репчатый 1 штука, шпинат 100 граммов, чеснок 3 зубчика, помидоры 2 штуки, сливочное масло 10 граммов, перец красный хлопьями 1 чайная ложка, орегано 1 чайная ложка, лимон 1 штука, соль по вкусу.